Дорогие друзья, с вами Александр, и вы на YouTube-канале «Садовод Киев». Сегодня, ребята, для вас купила себе три профессиональные мотокосы торговой марки «Ямаха». Вы же просили обзоры на профессиональные мотокосы. Пожалуйста, как раз наступил сезон, и любителям качественной техники от фирмы «Ямах», чисто итальянского производства, снимается для вас. Так, три модели. 746, 753 и 755 «Мастер». Это считается пик выше крыши, как говорится, не бывает. Самые лучшие, самые классные мотокосы. И давайте будем смотреть, каких они идут тубусах. Коробочках, как говорится. Сейчас сделаем обзорчик коробок. Тут даже, ребята, на коробках везде указано, что эти косы сделаны в Италии. Made in Italy. С этой стороны тоже Made in Italy. Все сделано в Италии. Вот так вот мы можем видеть на коробках, ребята, вот такие вот номерные знаки. ОМ-746, серийный номер, заводской номер. Сделано в Италии. Точно так же вот 755-й мастер. ОМ-755, серийный номер. То есть по каталожный номер и заводской номер инструмента и дата выпуска инструментов. 755-й мастер у меня на обзоре 2021 года, как мы можем отследить. А это мотокоса 746 2017 года. То есть вот такие, ребята, упаковки, такие вот опознавательные знаки мотокос вы можете увидеть на таких вот тубусах. Теперь, ребята, приступаем к распаковочке. Поехали. Итак, друзья, давайте будем делать более детальный обзор. Начнем смотреть детали в приближенном формате. И давайте начнем с редуктора и штанги. На мотокосе стоит такой вот мощный редуктор. Замер я делал штанга диаметром 33 мм. Эта штанга комплектуется только на профессиональных мотокосах торговой марки «Ямах». Видим ее нижний редуктор. Формат редуктора очень профессиональный, очень хороший. То есть никакие, грубо говоря, бытовые косы просто не стоят рядом с таким вот. Есть специальный фиксатор для того, чтобы вы могли нож откручивать. Уже не надо отвертки, ключи всовывать. Кто-то мне нравится в профессиональном классе мотокос, такие штучки, фиксаторы. Есть специальный болт, куда смазывается смазка. Не с внутренней резьбой, а такой наружный ключ ставил и выкрутил. По самой штанге, штанга ну, реально здоровая такая. Как и подобает быть профессиональному инструменту. Затем идет фирменный портфель. Вот такой вот алямаковский на два плеча. Такой специально для хребта поддержка. Боковая накладка на бедро. Качество клипс вообще всего, блин, просто бомба. Опять же говорю, что коса собирается чисто в Италии, комплектующие здесь чисто итальянские. Вложим сюда. Видим руководство по эксплуатации. Русский, украинский язык есть. Руководство на эксплуатации получается, применяется к таким моделям 746, 753 и 755 мастер. Русский, украинский язык есть. Все у вас в картинках, все очень доступно. Где что заливать, куда что смазывать, как что одевать, где что мыть, какой фильтр. По насадкам далее идет такой немецкий нож, 300-й. Отверстие 25,4, толщина металла 3 мм. Наружный диаметр 300 мм. Нож такой тяжелый, реальный, можно им убить. Затем смотрим руль. Руль идет цельный. Офигенный руль, я бы сказал. Я нигде такого классного руля, такой пульта управления нигде не видел. Блокиратор газ. Специальная штучка под палец, чтобы у вас рука не болела. Вот такая выгиб идет. Клавиша стопа. Включение. Фиксатора. Просто сделано все супер. Все прорезиненное, качественное. А прошу обратить внимание ваше еще на вот такое крепление руля, где выбито, сделано в Италии. Металлическое крепление мощное. С дополнительной
антивибрационной системой с хорошими резиновыми буферами. Далее мы видим защиту у ножа, кожух ножа, вот такой вот. Обрезную полоску, отсекатель лёски. Ну и, конечно же, фирменную косильную головку Load & Go, быстрозарядную, чисто итальянскую, с усиленным носиком и мощными втулками. Лёска завода уже 3 мм. Ну и сама мотокоса вот такого вот формата идет, можно посмотреть. 746-я Т-шка. Все сделано с идеальных материалов. Подсос, рабочее положение. Бумажный воздушный фильтр здесь стоит. Старт идет плавный, в принципе, даже на коробках его можно, видите, легко дергать. Фирменные топливные фильтра, топливные шланги. Все вальбровское, оригинальное, японское здесь стоит. Катушки зажигания. Тут либо стоит Селетра, скорее всего. Да, фирма Селетра, это их итальянская фирма. Вот их логотип. И свечки оригинальные NGK идут, японские. Бачок, опять же, повторюсь, емкостью 1,5 литра. Бак мощный, непробиваемый, с такого мощного классного пластика. Хорошая идет защита. Редуктор нижний идет металлический. С хорошим буфером резиновым. В принципе, ребята, еще такая петелька под ваш под карабин на вашем портфеле. Металлическая, уже не пластиковая. Соответственно, стоит такая резиновая накладка для того, чтобы вы не терлись ребрами об косу, и вам было не так уж плохо работать, как говорится, комфортно было работать. Алюминиевый глушитель. По поводу поршневой группы, мощность этой косы 2,5 лошадки. Никелированная поршневая группа, 2 поршневых кольца идет в ней. Это очень-очень толковый профессиональный двигатель с хорошими показателями. Хорошей катушкой зажигания, хорошим карбюратором. Так что, друзья, кто хочет такую классную мотокосу себе по хорошей цене, именно такую оригинальную, не подделку, с официальной 2-летней гарантией, сертифицированную, звоните мне и получите хорошую скидочку на этот продукт. С вами был Александр. Конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь и покупайте классную технику Олемок. Пока-пока.